этой серии, ребят, мы остались играть за девочку и нашли вот, можно сказать, новых друзей. Ну, пока, по крайней мере, они так выглядят. Ну и, как обычно, там все лайки, там подписка, комментарии. Там кто комментарии пишет, ребят, не в западло, напишите коммент там. Один-две штуки помогают очень в развитии на ютубе. Спасибо. Все, чай, кофе. Слушай, там. Давайте. Всех перебили? Всех перебили. Я же говорил. Ладно. Пойдем обратно. Может, олень еще цел. Олень, который за пенициллином побежал. Слабо посчитать в комментах, написать на ютубе, сколько реально мы людей здесь поперебили. Надо сказать, вот в этой части, во второй. Мы с тобой хорошо сработались. Нам повезло. Повезло? Нет, нет. Я не верю в удачу. Не, ну я неплохо уже научился так стрелять. Довольно, да? Я считаю, никаких случайностей не бывает. Кстати, поддерживаю его. Ну-ну. Я тоже в случайности не верю. В совпадение, в случайности. Я тебе докажу. Так вот, эта зима выдалась очень суровой. Не так давно я отправил своих... Я даже вот его перебью. Ребята, а вы знаете, что еще? Я даже почитаю, это какая у нас 8-я, да, уже, наверное, серия. А напишите, пожалуйста, вы вообще вот верите в случайности, в совпадение? Верите ли в то, что есть какие-то, знаете, вот... Как вот это сказать-то правильно? Ну, вот как бы, когда вам судьба, как бы она, знаете, она, жизнь, она вам намекает то, что что-то нужно делать или не нужно. И вкратце какую-нибудь, может, историю из жизни. У меня просто уже таких две истории было, вот очень интересно на ютубе послушать. Я, правда, почитаю прям каждый коммент, прям лайкну. Это 8-я серия, я не забуду. Напишите обязательно. Верите ли вы вот в повороты судьбы, что вот иногда она вам как-то может намекнуть? Верю в эффект бумеранга. Ну, вот напиши это. Я прям вот 10 тысяч комментариев будет, буду сидеть прям ночью читать. Мне очень интересно, вот у кого какая история была. Может быть, то, что вы к судьбе прислушались и там куда-то не поехали, не полетели. Может, это вам жизнь спасло. Напишите. Я вот буду прям вот, может, какие-то ситуации были. У каждого, я уверен, были такие людей, ситуации в жизни. Ближний город. Искать еду. Вернулись немногие. Они сказали, что там на них напал один психопат. Психопат? И представь себе, с этим психопатом была девочка. Видишь? Случайностей не бывает. Ой. Успокойся. Ты ни при чем. Ты ребенок. Ой. Джеймс, убери пушку. Ну нет, Дэвид. Нет, черта с два. Убери пушку. Ты понял, кто эти люди да были? Да и лекарства. Остальные не одобрят. Это уже в городе. Забота. Помните перестрелку? Ой. Иди, козел. Ты не выживешь одна. Я хочу помочь. Обойдусь. Так это получается, что не бандосы были, а просто люди пришли искать пожрать, но там они выглядели как бандосы. Мне кажется, сейчас засада будет. Блин, минус олень. Один зайчик только. Кролл один. И ружьишки, кстати, подрезали. Да, вот это вот плюс. Идем. Ну, медикаменты мы разжились медиками. Да кролл один, что там с него? Мяса-то нет совсем. Живой, живой, живой наш братик. Джоэл. Джоэл живой. Еды принесла немного.
Зато добыла вот что. Так, руку. Зашила его сама. Как же она обезболила. Охренеть. Вот эта девка. Ты понял, да? Вот так. Прости. И не бросила, смотри, до Талова. Уже все. Интересно, а медики есть вот в чате? Мне даже тоже почитаю на ютубе. Вообще, возможно после такого выжить? Поправишься. Я не думаю, что без оказания нужной врачебной помощи, что вообще можно выжить. Там насквозь, считай, пробита правая сторона. Можно, но хрен его знает. Если вовремя привезти, но здесь-то... Здесь-то никто никого не привозил. Он же, считай, она его зашила как... Твою мать, да ладно. О, черт. Это, короче, бандос. Ну, смотря как пробило, да. Я уведу их отсюда. Ну, там, извини меня, там штырь вот такой вот был, а показали. Ты видел, там торчала арматура. Заражение крови же ведь может быть. Все что угодно. Нет, я, ребят, ну, помощи-то не было никакой. Ну, они, видишь, как этот момент упустили, да? То есть они его так, они забили на него. То есть, как она его зашивала там. Хотя, может, это и лишнее, действительно, бля. Пошла. Найс, вообще без палева. Слушай, там следы копыт по всей улице. Она тут. Я поймал ее. Идите сюда. На! Что застыли? Стреляйте! Но Дэвид сказал... Нахер Дэвида! Но! Стреляйте! Ну, вперед! По коням! Твою мать! Давай, малая! По коням! Король Артур на нас напали! Давай, давай, давай! Найс! Да ну нахер, сколько! Где вас? Вы что, пришли за лошадью, что ли? Столько людей! Ага! Найс, из тебя стрелок, брат! Сбивай его! Давай! Давай, 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 давай! Пошла, пошла! Да это просто жесть какая-то! Да ты посмотри, сколько их здесь! Я не знаю, сколько их? Человек 50? Давай, давай, давай! Конченый, просто конченый, а! Вот просто конченые! Ну, блин. Нет. Блин, лошадка! Так. Вон там, у лошади. Суки, а. Давай! Быстрее лутай, может, что-то найдем. Сомневаюсь, конечно, что мы здесь вообще что-то возможно найти. Пробуем. Ничего нет. Давай, родная. Все подряд. Спойлер или не спойлер, я хуже. В DLC Left Behind показано, как Элли помогла Джаэлу вот так вот.
Спасибо, сиди спокойно, смотри, бро. Хуже ты никому от этого не сделаешь. Не будь дебилом. Прикрой меня! Прикрыл, проверяй. А ты куда побежал? А? Давай, я тебя прикрою тоже. Шо, пацаны? Аниме? Непростая, да, девочка оказалась? Девочка с сюрпризом. Я бы так сказал. Сейчас вам эта девочка за все то, что вы сделали, конченая. Сейчас вас эта девочка так любить будет. Вырубай, страшно, не говори. Найс, 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 нормально. Арсенал по чуть-чуть, помаленьку, потихоньку пополняется. Так, знаешь, вяло так он, вяло текущий пополняется. Так. Вижу гараж. Вижу бургер. Бургерляндию. Пошел, 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 пошел. Тряпка. Твою мать! Ну-ка нахер от меня! Сучонок. Давай! На! Вопросы. Шансов на промах у меня нет. Пошла, 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 родная. Ой, хорошо. Давай, 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 красавец. Только живи. Живи, а дальше мы разберемся, что к чему. Все, поехали. Бежит, 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 дурачок. Сука, почикаю, тварина. Ай, ну это ребенок. Это ребенок, ребят. Ай. Сейчас, ладно. В хибаре. И куда теперь?
Найс. Пец, у него руки трясутся. Твари сидит, не вылазит, прикинь. Так, и куда теперь? Говнюк. Куда они делись? В окно, не в окно отсюда. В окно или нет? Хорошо бы его сразу отсюда щелкнуть и все. Чтоб он не мешался. Куда он, за здание, да, зашел? Вот он. Наверное, показалось, брат. Твою мать их там. Да. Без риска. Угу. Сбоку! Давай, брат, держи меня. Давай. Мочин. Найс, готов тоже. Я думал, не добил. Фух, пустой. Опа. Тю. Чё там? Азяб. Друг мой. Так, все, чекаем. Все везде чекать. Каждую полку, каждую. Фастом. Леха мышку подрубил. Кое там мышку подрубил. Все со временем. Не все ж сразу. Нет, тут шоколадка. Такая, знаешь, она быстрая, проворная, эта подруга. Такая она прям. Суетная девка. Ну что, поехали. Блин, офигеть. Бальта, спасибо, брат. Тропа. Тут я смогу выбраться. Спасибо тебе огромное.
Спасибо, что уже 7 месяцев со мной. Спасибо за такую поддержку, ребят. Спасибо всем за платные подписки. За прайм, платные, любые, короче, подписки. Кто просто даже отслеживать нажал. Спасибо. Только не упасть в воду. Не упасть. О, черт. Спасибо. Стик, спасибо, родной. Спасибо, кто подписку подарил. Ребят, если будет кто в чате подписки дарить, вы скажите, ладно? То я могу не увидеть. Обязательно поблагодарим всем чатам. Есть. Есть. Так, у меня там еще стрела, да, по-моему, есть в запасе? Блин, а это, прикинь, бандосы оказались. И красиво, да, так сюжет подошел, типа... Я, говорит, людей послал. И они не вернулись. Эта штука загородила дорогу. Найс. Вот так. Черт. Фига, у тебя дури. Мне в другую сторону. Джоэл, держись. Сейчас здесь жопа будет, Мари. Такая заруба будет, я вам просто ручаюсь. И игра мне не даст сейчас сразу направо пройти. Сейчас здесь попрут со всех сторон нечисть. Ну, как я и говорил. Ну чё, ассистим здесь. Больше я вариантов не вижу. Тупо здесь вот ассистим. Вон они идут, тройка. Там тройка идет. Спасибо, дракон. Спасибо, ребят. Я сейчас могу встать, в принципе. Этого сразу можно сейчас забрать. Говнюк. Неплохо. Угу. Тройка. Двойка. Айска! Близко ведь с головой. Да попал же в него. Хмырь, прикинь, бегает. Куда она провалилась? Где же эта дрянь? О-о-о. Под конец что-то у меня прицел сбился. А вот оно, говорит, я. Я без, вообще без всего, ребят. Надо попытаться с них что-то залутать, но... Мне кажется, они вообще все пустые. Пусто. Пусто.
пусто. Вижу. Нормально. Живем. Пистолетные патры. Плюс два ружье. Все, живем нормально. Стрелы для меня сложно, да, мне стрелять. Очень сложно. Так, я предлагаю... Я предлагаю дом здесь зашмонать. Ну, постараться. Вдруг что-то найдем. Хоть какие-то припасы. Но я вообще не уверен в этом на самом деле. А где же вход-то был? Здесь все заколочено, ты прикинь. Здесь не залезет. А, закрыт дом. Хотя... Опа. Я не хочу здесь застрять. Нашел дырочку. Это вообще сейчас было по-божески прям. Плюс аптека. Плюс бомба. Нормально. А, где же выход? Подожди, матушка. С выходом не спеши пока. О, это вообще прям по-божески. Андрюх, спасибо огромное. Привет, дядь Лёш, с тобой. Здорово. Я давно, но подписался на Twitch недавно, ты кул, вспомни про заложников, хорошего стрима, чату привет. Спасибо, бро. Я не думаю, что это смелко это прокатит. Ну, наверное, потому что она же мелкая совсем. Как она будет заложники там брать? Я... Твою мать! Это просто жопа. Летают у меня. Мух. Дикий мух. Чем мне их вообще агрить? Все солнце не залезут. Возвращаться с них, может быть, собирать патроны? Да ну? Это, ну, не факт, что там вообще что-то будет. Ага, найс, братан. Угу. У тебя нормально все? Ну ладно, держи в курсе. Типа пробежал в закат. Типа. Дурачок. Я тут поищу. А, ну ты поищи. Кто заплатит? Спасибо, Роман. Ну, я не знаю. Жесть просто. Что за вах-машина-то такая? Охренеть. Это не ребенок, это какая-то убивашка, я не знаю. Спасибо за сабы. Вижу.
Спасибо. Ребят, благодарите, кто вам подписки дарит. Вы спасибо-то хоть говорите. Мясная девочка, не говори. Мясная — это, брат, мягко сказано. Опа. Джесус. АВГН. Да ты ж мой родненький. Ай-яй. Не Хисус, а мой любимый. Давайте сейчас не будем уже усугублять. Уже вы усугубили без того. Мой самый любимый. Не смешной и красивый. Поэтому давайте вы не будете сейчас. Спасибо. Ну вот какой-то... Тихо. О тебе забочусь. Сейчас я о тебе позабочусь. Вот так. Вот так. Найс вообще. Позаботился. Проверяй. Это же олень, наверное, да? Каннибалы? Найс, говорит, о тебе забочусь. Как самочувствие? Супер. Вот. Поешь. Ты что, конченый? Ты голодная? Давно тут лежишь? Что это? Оленина. Пополам с человечиной? Нет, 100%. Нет. Нет, честное слово. Я у нас в городе. Я, правда, не за столом сказанное. Этого нигде вообще не показали. Тоже на 6-м. Ну, у нас районы там Клин 5, то есть военный городок. Ну, там можно посмотреть. Факт просто скажу. Тоже были ребята веселые. Нигде не показали, короче, особо по телевизору. У меня просто есть знакомые опера клинские. И, короче, показывали то, что... 20 с чем-то лет. У них тоже там консервы стояли. Там у них эти закаточки были, заготовочки. С деревни привозили. Миско. Там охренели все, когда узнали из чего. Там просто как в Краснодаре, да-да-да-да-да, психически. Там народу это сожрали. Ты просто животное. Ты легко судишь других. Как будто вы с другом никогда не убивали. А что нам оставалось? Ну а нам что остается? Скажи. Убиваем, чтобы выжить. Как и все. Нахер вы людей жрете, дебилы? Заботимся о своих. Тут любые средства хороши. Что теперь? Фу, блин. Разрубите меня на кусочки? Не хотелось бы. Как тебя зовут? Ираклий. Врешь, как дышишь. Напротив. Я с тобой... Откровенен. Там по-другому, правда, маленько говорится. Теперь самой твой черед. Иначе я не Блин, смогу. Ну игруха интересная, остальных. Пипец. Надо Хисусу сказать, чтобы тоже прошел. Убедить в чем? Напишу ему сегодня. Что ты нормальная. Крутая игра. Если он еще не проходил, надо прям порекомендовать. Он, наверное, проходил уже. Особенная. Как фильм смотрится. О. Ясно. А, я уже прошел. Я тебя понял. Найс. Черт. Найс вообще. Глупая девчонка.
Хеса, много еще мне осталось? Я пытаюсь спасти тебе жизнь, например, а ты мешаешь. Сколько процентов? Что теперь все сказать остальным? Элли. Просто минус рожа. Что? Скажи им. Девочка Элли сломала твой сраный палец. Как ты говоришь? А? На кусочки? Ой. До завтра, Элли. Помогите! Ага, да. Камбэк Израиль. Элли. Один с ранением, хрен знает каким, второй, второго сожрут завтра с утра. Так, ну у меня здесь... А, с меня не забрали! А вот это вы зря сделали, вот это опрометчиво. За бочину-то я держусь, конечно. Но ништяков у меня тут навалом. Вот это, братцы, вы непредусмотрительно мне оставили. Тут у меня причем что только нет. Сейчас я вспомню, что здесь. Тут и лук, и винтовка, и херовка, и здесь все, что хочешь, вообще все, что душеньке угодно. Ну шо, пацаны, Гоэли спасать? Я создал. На, что-то, мне кажется, даже топор оставили, прикинь. Сейчас папа вам сейчас массаж простаты сделает. Мать его, без смс-регистрации. Заточить, прикинь, девку захотели. Вы чё, ребята? Найс-то. После такого ранения. Кстати, я не чекал, что за прицел на снайпе. Ну-ка. Может, еще улучшили снайпу? А, мы и этот усилили. Дамаг усилили. Там дамага теперь немерено. Элли! Куда она убежала? Угу. Самое главное, не встретить никого. Не, ну за бочину он держится. Не особо ему хорошо, конечно. Твою мать! У-ху-ху-ху-ху! Где она? Ключ на старт, сученька. Раз. Все щеманулись. Тупо. Папа злой. Вон у кого-то уже там оторвало что-то. Ну его, говорит, нахер, а то пристрелит. Чего вы там? Да че меня искать, парни? Найс тайминг. Проверяю сейчас. Один нашел. Второй нашел. Еще есть кто найти хочет? Не, вы говорите, что? Не стесняйтесь. Я вам помогу найти. Я, у меня этот бюро добрых услуг. Где? Где он там-то? Самый хитрый из армян. Это наш Джигарханян. Че, пацаны, как у вас вообще?
В общих чертах, как у вас? Ну, в целом, вообще, чтоб я знал. Нормально у вас все? Слушай, а его патроны мне не забыли, нет, оставить? Ну, там, какие-нибудь. Хотя бы. Ну, это мне такое надо. Угу. Жесть, не говори. Да прикинь, там какой калибр. Сука. Попался? Кончай его. Кончай, сейчас я кончу. На. По яйцам. Больно, да? Обидно, наверное. Пенальти. Бинго, сученька. Пойдешь со мной. Просто пенальти, до свидания. Что тебе нужно? Нифига он там вколачивает. Да за что, деда? Слышь, Кес. Да за что? А на бутылку сажать будет? Нет? Девочка. Какая еще девочка? Найс. Сука! Я тебе на бутылку из-под шампанского надо. Предлагаю посадить. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. Где она? Ой. В городе. В городе. Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другую. Найс. Метку. Жесть. Она там. Можешь проверить, спроси его. Папа псих. Он скажет. Я не вру. Не вру. Ты охренел? Он все тебе сказал. Я буду молчать. Ну молчи. Я ему верю. Стой! Стой! Доброе охренеть утро. Просто. Вставай. Пусти! Ну, хватит! Я ничего, это не я. Остановитесь. Это не я, бро. Я не... Это, ну, просто сюжетно. Я заражена! Заражена! Да ну. И ты тоже. Не веришь? Задери рукав. Ну, смотри. Ну, ладно. Лёха, привет. Начал стримить недавно. Стримлю уже почти месяц каждый день. За как 22 говоришь? Часа дня простримил 150 случайностей часов. Не бывает. Хотел спросить совета. Как сделать что так, это такое? Разводка. Она уже превратилась. Стрим. Не похоже на разводку. Стабильно, интересно. Найс! Охренеть просто! Стилет, нож называется. Это чё вообще за трэш за такой? Что за фигня тут творится? Чё, один нож? Мама! Помогите! Мне нужна пушка. Я смогу. Птичка, найс, 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 нормально, нормально. Что это такое? На, типа, в сторону убрать. Твою мать. Охренеть, вы чё, пацаны? Вы чё? Да ладно.
Да в смысле? Да в... Я тебя... Старый хер! Да... Ничего, пацаны. Одного суку да зарежу. Он шел, он что-то заранее начал смотреть. Я только не, так и не понял, как это вообще произошло. Он заранее прям начал смотреть целенаправленно. Давай, дайте мне хоть что-то. Я вам устрою хоть пистолет, хоть что-нибудь. Далеко. В уши, что ли, долбитесь? ГГ. Похари-то я тебя... Не, не успею. Чё, не сделаю всё. Кирпичиком-то я тебя... На! Да, да пригнись ты, дура! Да на господи, ну как это вообще работает? На! Его мать. Да. Я такая. Жду, мать его, трамвая. Тут революцию устрою. Посмотрим, может, а вдруг. Аптек нет, ничего нет. Они повсюду. Знаю, если получится, сейчас вот этого пырну. Пистолет.
А я тут. Маленькая шнырь, мразь. Плюс два. Говорю, это киллер. Это девочка, это мать ее киллер. Кстати, посмотрите, кто не смотрел фильм «Законопослушный гражданин». Куда? Куда? Просто это мега крутой фильм. Или 47, а? Красиво постараемся разыграть эту партейку. Спасибо огромное. Джон, да. Соседка, спасибо. Блин, ну напряженка. Я думал, здесь, знаешь, такая игра там лайтовая, типа там про какого-нибудь папу и дочку. Ага. Проверяй, говорит, про папу и дочку. Твою мать! Эй, чувак, куда ты делся? Где же там мразь? Братан, не говори тогда. ХП, ребята, ХП. ХП убывает. Из-за моих же ошибок ХП умирает, убывает, как хотите говорите. Что хоть что-то, а? Спокойно, она не кусается. Блин. Могут быть проблемы. У нас проблема, и мы ее решим. А теперь соберитесь. Будем искать ее. Очень крутые, полезные и правильные вещи рассказываешь. Успехов в твоей деятельности. Спасибо вам, ребят. Я не за что спасибо говорить. Друзья. Я ВК не принимаю, потому что там потом невозможно отвечать просто там по делам, по работе, по еще почему-то. А так, спасибо, спасибо. В Стиме могу там, может, расписаться или еще что-то. Спасибо. Не подумаешь, там ЧСВ или еще что-то. Просто, ну, невозможно потом. Заспамливает вообще все просто в глушь. Я пробовал уже добавлять. Куда идти? Твою мать. Диане. Кто-нибудь видит? Вот и я нет. Я тебя найду. А, вон, вижу один дурачок. Могу стрельнуть, в принципе.
Но зачем стрелять, если... Найс. Это дерзко, конечно. Где они? Не успею. Влезай, трус. Холод собачий. Пока что мне просто невероятно везет. Вот так. Прям че все в кровище-то? Миша. Дайте аптечку, ну хоть одну. Ну вы чё, ребята? Что, изверги, что ли? Ту игру делали. Господи. Наплакал. Найс, наныл, проверяй. И куда? Твою мать! Тебя. Да? Меня невозможно это потерять, легко забыть. Как это ты? Кого я? Пожар! Ну и ладно. Не убежишь. Кто тебе сказал? Ключи-то. Ключи-то. У меня. Да? Ты не заражена. Враки как так за жизнь не цепляются. Я люблю цепляться. Нужно добыть ключи. Так в чем дело, Элли? Честно сказать, я почти купился. Моя вера на миг пошатнулась, Элли. Но лишь на миг. Я так понимаю, его надо валить. Понимаю. Тогда в скин, Элли, если не сложный рост. Прости, что так вышло с лошадью. Меньше, чем трили. Мне правда, окей. Жаль. Но знаешь, я думаю, его части пойдут в дело. Ах ты, мудак. Как мне жаль, кажется, его надо бомбить. Ты убила Джеймса. Он был хороший парень. Он просто делал свою... Осторожно. Потери даже пойдут на пользу нашему сообществу. Я хз, ребят. Его нельзя бить. Еще и мамкин снайпер. Thank you.
То ли сзади его надо обойти. Наверное, сзади. Наверное, сзади. Чашки еще эти, сука. Лех, привет. Можешь добавить в ВК в друзья? Я спасибо, я же говорю, не добавляю, бро. Есть в Легионе, даже роспись твоя в Стиме есть. Спасибо, бро. Бэжа мне чисто для галочки. Писать нечего, не буду клинус. Не, бро, это, ну, это утопия. Там, если тебя добавишь, то все начнут просить. Это неправильно. Давай со спины попробуем. На! Тварь, а! Молодец. Все будет хорошо. В смысле? Ты всегда меня удивляешь. Ты че, мать? Он же далеко вроде бежал. Ты всегда меня. Ты что, брат? Ты что делать? Еще раз этого додика долбить. Слышь, брат, я держу в курсе, мы тут горим. Не, ну мало ли, может, интересно. Там это... Пожар! Сучьи тарелки. На! Беги, зайчик, беги. Херайчик. Привет. Ой. Ой. Ты, блядь. Зайчик. Хер. Найс, зайчик. Умница. Горим, отец! Ля-ля-ля, дурачок. Давай! Твою мать. Не знаю, выжил, не выжил. О, батя бежит. Папа-псих, папа-псих, папа-псих. I'm coming! Опа, тю. Ханкер, спасибо. О-о-о, я вас понял, парни. Все-все-все-все, вопросов больше не имею. А вот она я. С
Surprise, motherfucker! Кружи его. Ух ты, сука! Блять. А топором в чучу не хочешь, нет? Вот, сука. А это, говорит, план Б. Чё, где? Поехали. Мансую. Мы все танцуем под бузову. Та-та-та-ра-та-та-ра-та. Давай мансуем под бузову. Это та-ра-та-та. Угу. Давай, брат, попляшем. Я вообще не против. Я вообще танцор. О, чё по танцам, братик? Чё там? Как вообще в целом по танцам, нормально? Вы в танцах? Восьмой левел подписки. Спасибо, ребят. Ух, нихера. Я понял свою ошибку. Все, не быкуем. О, бежит. Дурачок. Там обошел, нет? Давай, парни, обходите. Обходи. Один обошел. Люблю я, знаете ли, запах напалмов, говорит, поутру. Угу. Не туда. Жесткая игра, блин, я прям... Вообще по КД в напряжении. Куда дальше-то идти? Не видно ни хрена. Наверное, где этот колокол сраный? Отсюда я пришел, ну. Дальше сюда, здесь тупик. Сжег, убил, дальше. Мать его, ну здесь тупик, ребят.
сложно. Примерно, говорит, так звонит колокол на стрим. О боже. Я понял. Найс. Плюс рюкзак. Что за хрень? Откуда здесь вещи, Элли? Журнал учета мяса. Найс, пацаны. Так, дальше куда? Слышите вы? Твою мать. Эли. Ну, их сюжет уже сводит. Прям близко друг к другу. Ну все, выбивай, он окно и вылезай. Да ну не может такого быть, да ладно. Давай, 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 мелкая. Уже нос сломан, уже жесть вообще. Мать, ну давай, пошустрей. Давай, давай, родная, давай. Тварына ползет тоже слева. Напруженька пошла, вообще просто овер. Найс. Приполз, проверяй. Знал, что ты бойкая. Да она ему столько навсаживала, он бы сдох давным-давно. Это не стыдно. Врагу не сдается наш гордый варяг. Нет. Не в твоем стиле, да? Сидора ответ. Давай, умоляй. Соси прощение. Сейчас папа придет. Самое умное, а? Думаешь, ты меня раскусила? Ты не представляешь, на что я способен. А ну-ка, давай! На! Эли! Стой! Стой! Убери руки! Тише, нет! Это я, это я, это я. Смотри, смотри. Это я. Он хотел... Солнышко, ничего, ничего. Джоэл. Ничего. Охренеть. Это просто жесть. Откуда музон? Из игры? Да-да-да, из игры музон. Ты прикинь, мачете столько раз по лицу ударить. Да не-не, не будут показывать. Ребят, вы что, в такой игре не станут показывать? Не-не-не-не-не, вы что, не будут показывать? Да там просто минус. Минус, все. Ты слышишь? Нет. А что? Смотри. Больница. Конечная остановка. Пойдем, детка. Не, ну здесь, ребят, грех не доиграть. Это неправильно по отношению к зрителю будет. Мне самому интересно. Ветерок. Раньше в такие дни я сидел... Нет, мы можем, конечно, на следующий еще один стрим сделать. Нет, ну с вас тогда на ютубе лайк, это да. Да, ну, так, ну тогда ладно. Ну тогда ладно, давай. Эй, ну давай, ладно. Ну что ты как не родной, давай, ладно. Вот давай, доиграем. Со всеми делами. Научу давай. Тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Что скажешь, а? Ну вот. Семейное фото. Найс фото.
Застрелил их. Я вчера летала во сне. Правда? Да. А, фигня. Дурацкий сон. Тебе самому интересно? Ну, конечно. Я же первый раз всегда игры, ребят, прохожу. Всегда все первый раз прохожу. Потому что если бы я проходил по несколько раз, у меня было бы неинтересно, и вы бы это видели. Но это бы не так круто было. А когда все с первого раза... Это ж крутяк. Найс. Если даже ошибся, аудитория подскажет. Ну это как это? Совместное прохождение игр, можно так сказать. Летать во сне плохая примета. Ну ты подумай, куда не придешь, карантинные зоны заброшены. Вот больница, о которой говорилось в записи. Пойдем, Элли. Опа. МС-шка. Надеюсь, правильно прочитал, Ник. Спасибо за саб с первого месяца. Может, спасибо за подписку. Срежем. Сейчас я срежу. Срезали, проверяй. Второй месяц. Что-то показалось, как первый странно. Странно. Что-то я не понял. Слышь, мелкая, что-то я заплутал тут. Какой-нибудь опять бачок, наверное, надо с мусором. Вон он стоит. Вангую. Нет. М-м. Ты чего скисла? Не, все хорошо. Просто ты как-то сегодня притихла. Что-то я не пойму. Прости. Нет, я же... Не важно. А, во! Не важно. Можно по лестнице. Ну давай, шкилы, елки-палки, можно по лестнице. Поехали. Ну? Ну вот. Давай, Dream Team. МЧС-ка. Элли. Окей. Элли. Что? Лестница, давай. Ага. Лестница, о, как удобно. Пожаю совпадение. Сейчас. Господи. Слышь, мать. Элли! Ты ничего не забыл, нет? Смотри скорее! Что это? Это что? Глазам не верю. Жираф? Или мне показалось? Жираф? Как его не сожрали еще, я не пойму. Идем, скорее! Ля, Вася, жираф! Не спугни
чего? Все хорошо. Иди сюда, иди. Мой хороший. Ну, подойди. Давай. Здравствуй, дядя Леша. Привет. Удачного стрима. Вот, решил написать тебе. Делай просто мне. Офигенно. У меня депрессуха. Как ты там? Ну, раз улыбаешься. Еще один. Да. Нормально. Давай, пошли. Ну, не спеши так. Спасибо, бро. Мы почту пишили убедиться. Спасибо. Не грустите, ребята, вообще. Типом нашего сайта все в порядке. Спасибо. Спасибо, обязательно загляну. Ты купи слона. Все говорят, купи слона, а ты купи слона. Надо же. Ух ты. Красавчики. Прикинь. Го жираф смотреть. Мы можем отказаться. Ты ведь это понимаешь? А какие варианты? Вернемся к Томми и просто забьем на эту хрень. После того, что было, того, что я сделала, я не могу все бросить. Еды-то на сколько лет? Да, одного жирафчика. Слушай, вточить. Ты хочешь так лучше? Я так понимаю, это концовка, да, уже сейчас? Деваться некуда. Вот концовка, да? Пойдем, куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду. Так что хватит уже. Или вообще... А, часа два еще? Не, ну пацаны, если часа два, давайте тогда мы, наверное, тормознемся. Потому что, ну... Давайте оставим спокойно, да пройдем на нормальную серию на завтра. Да не, я тоже думаю. Я думал, тут уже вот она концовка, тут минут 10. Да не, зачем, ребята? График есть график. Спокойненько, да, да проходи. Завтра пройдем, если спокойно серию сделаем еще одну, да и все. Давай тормознемся, я тебе тоже так думаю. Спасибо всем, кто залетал на стрим, и это очень круто, то, что такую вот... Такие вот у нас с вами спокойные, очень атмосферные стримы вечерние получаются. Все, ребят, ладно, давайте. Всем удачи, всем пока. С вами, как всегда, был я, Леха. Мы не Кентаро Адуна, мы находились на канале Hardplay. Давайте, покеда. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.